Вся моя семья обожает свеклу. Едим мы ее много и в различных блюдах. Привет, друзья! Вы на канале Рецепты на салфетке, и сегодня готовлю новый вкусный салат со свеклой. Заранее отваренную и охлажденную свеклу нарезаю на кубики, размером как на винегрет. Складываю в чашу. Вливаю подсолнечное масло. Добавляю горчицу с зернами. Перемешиваю. Очищенную от костей и шкуры сельдь нарезаю такими же кубиками, как и свеклу. Добавляю ее в чашу. Нарезаю маринованные огурцы. Лук нарезаю мелко. Вареные яйца нарезаю и добавляю к остальным ингредиентам. Перемешиваю салат. Новый вкусный салат со свеклой и сельдью готов. Попробуйте, очень вкусно! Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Рецепты на салфетке. Впереди много интересного! Состав ингредиентов и их количество под видео.